Американский певец, гитарист и композитор Чак Берри, а также его соотечественник, театральный оперный режиссер Питер Селлерс, стали в этом году лауреатами премии Polar Music Prize. Торжественная церемония прошла во вторник в филармонии Стокгольма. Берри, которому в этом году исполнится 88 лет, по состоянию здоровья на церемонии присутствовать не смог. Королева Швеции Сильвия вместе со своей дочерью Мадлен бойкотировали церемонию. Дело в том, что в 1961 году Берри был осужден за перемещение несовершеннолетней девушки через границу в аморальных целях, как гласит закон Актмана от 1910 года.